Вань, сними, пожалуйста, кустики, листочки. Всем привет, это наш новый басист Арсений. Вы узнаете его на концертах? Да, не снимай, а? Не снимай меня. Город потрясающий, очень красивый. Мы здесь уже третий раз или четвертый. И вот впервые мы смогли подняться на этот Кремль. Это же прекрасно. О! О! Все, ребят! Так, быстро на Волгу. О, вижу, женщина раздевается. Это на заведение, когда тебя Александрит. А скажи, где бы найти подарки для сувениры? Тебе нужны подарки для сувениры? Да. Кажется, я знаю, что делать. Подарки и сувениры. Сейчас почти быстрее. Наверное, нет нигде поблизости. Стой, есть. Я знаю, где. Чай с пряником, как я и хотел. Да. В Новгороде очень много живых рептилий и птиц. Никогда не слышал. Я тут, может, посмотрю. А, не знаю. А вот же. Господи, живые рептилии и птицы в Нижнем Новгороде. Здесь их вся. По древней китайской традиции всем ворам мы отрежем руки. Вот они, мы их нашли. Они украли весь бюджет. Немножечко водочки, немножечко разливного пива, а потом обычного. И я понял, что разливного. Вот это поворот! Я однажды был в Италии. Как там? Там такие деликатесы. Вот бы где-нибудь здесь попробовать, да хоть один. Где-то в России деликатесы, в Италии попробуешь. Где ж его найти? Нигде. Деликатесы все есть. Вот. А я ему что говорю? Я говорю, с кинематографом то у нас в стране плохо, и после «Собачьего сердца» уже все, ничего-то не сняли. Да, батенька. Вот в будущем, вероятно, скорее всего, но не факт. Извините, оказался свободно. Мне надо до клуба доехать. Кто со мной может не садиться, если нет, я через 15 минут буду. Так, ну что, так, где здесь сцепление? Где здесь сцепление? Все, понял. Ага, поехали. Какой город у вас красивый? Куда? В Трухалов стату едем? Едем. Поехали. Лёшка, гонишь как сильно. Белка, белка, я камыш, там колечко стоит на голосе обстановке. Ребята, аварий. Где лагман вкусный? Передайте. Ага. Есть, спасибо. Да. Хорош пути, брат. Слушай, ну проблема, надо за кого, чтобы старики хорошо жили. В Нижнем Новгороде выборы. Старики, чтобы хорошо жили. Бочкарев. И старикам помогают? И себе копеечку в карман положит. Пустых обещаний дает, себе пиздит. Сегодня сон приснился. Лежу я и прям просыпаюсь. На место одеяла пиццу накрыт. Убираю. На место подушки пицца. Да, в окно смотри. Просто мир пиццы. Серьезно? Мир пиццы, они пришли? Я их ждал. Мир пиццы. Ребят, за вас, за бабулю!